Всем привет! Давай еще детей! Алло! Там собака! Там собака! Привет! А куда вы хотите ее взять? Лимузин! Вы точно хозяин? Вы смотрите Вики Шоу. Мы видим, как вам очень нравятся наши челленджи 24 часа. И поэтому... Барабанная дробь! Сегодня мы снимаем опять просто сумасшедший ролик. Знаете какой? Я вам все скажу. Но для начала вы должны поставить лайк и подписаться на наш канал, чтобы не пропускать такие классные ролики. Итак, сегодня мы снимаем 24 часа в лимузине! Вообще-то все увидели обложку и поняли, что 24 часа в лимузине. Ну пусть будет так. Итак, внимание, перед вами сейчас стоит супер улучшенная версия лимузина. Воу! У этого лимузина есть балкон с открытой крышей. Пошли посмотрим. Там реально можно выйти и подышать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать шагов! Он громадный, а он еще высокий. Ну-ка вытяни руку вверх. Ой, Вик, ты малявка. Я в этом ролике буду сниматься не одна. Чтобы не было мне скучно, я решила взять мою подругу Юлю! Всем привет! Юля, привет! И сегодня мы с ней будем проводить 24 часа в этом огроменном лимузине. Ну что, поехали, пойдем внутрь. Юль, ты когда-нибудь была, каталась на лимузине? Нет. Вика, а ты? Нет. И я тоже нет. Так, давайте заходим. Вау! Как круто! Офигеть! Конечно, тут не как ты думала, а попал. Ну посмотри, он огромный. Посмотри, он еще на потолок, он светится. Я не сразу заметил, здесь бокалы, они с подсветкой. Тут балкон! У меня сейчас это просто шок. Я не знаю, я вообще двигаться не могу. Кстати, зачем ты пеннеборд взяла? Вот зачем, я здесь буду кататься. Почему бы и нет? Так. Оп. Так. Главное не стукнуться головой. Оп. Всем привет. Там вкусняшки, смотри. Где? Вон. Смотри, что тут есть. Здесь маршмеллоу. Или чипсы. Это что, это маршмеллоу? Да, это маршмеллоу, смотри. Дальше чипсы, пепси, это тебе, я не пью. Палпи. И... палпи, подожди, а это игрушка? Это же желейное лего. Я что-то пропустила, я спала, когда это люди успели придумать. Ладно, давай попробуем. Смотри, тут еще какая-то вкусняшка. Печеньки. Yes. Ты вот это заметила? Нет, как думаешь, что это? Так, ты что будешь? Я возьму тоже палки тогда. Давай палки с маршмеллоу. Давай. Сейчас мы откроем. Оно, наверное, снизу. Ты умная. Они очень мягкие. И вкусно пахнут. Да. Мне кажется, там внутри какая-то штучка есть. Это как? Это я не помню, короче, жесткая штучка, она тоже съедобная. Как будто бы сквиши откусили. Это вкус моего детства, я помню. Еще, знаешь, такие бананчики раньше были. Да. Но они реально очень мягкие, классные. Так, давай пойдем на балкон. Я очень хочу посмотреть на балкон. Давай, это первое. Здесь дождик. Дождик, это единственный минус. Но здесь классно. Ты видела молнию? Ребят, если вы видели, ставьте лайки. Становится опасно. Согласна, давай зайдем лучше. Давай. Я хочу во что-нибудь поиграть. Интересно. Во что, например? Тут в калачки не поиграешь. В крючки тоже. Что я тундру? Можно же в догонялки сыграть, кстати. Давай на камень, ножницы, бумага. Кто будет? Давай, камень, ножницы, бумага. Раз, два, три.
Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Так, пока, ровно. Камень, ножницы, бумага, раз, два, три. Нет, почему опять ты? Так, ладно. Кто вода? Она. На счет три вводим. Раз. А ты убегай. Все, придумал я для вас другую игру. А что? Смотрите, сейчас будем играть в партизанов. Что? Один ров партизана, это другой. Вы здесь ползете, в конце будет финиш. Кто первым доползет, тот победил. А, окей, давай снимать ботинки тогда. Придумал для вас суперприз. Ха-ха-ха-ха. Все, идите. Девчата, слушайте. Здесь маршмеллинка. Кто первый доползет и первым схватит эту банку, тот получит приз. Одну маршмеллинку. А кто проиграет, тот запихает себе в рот все оставшиеся маршмеллинки и должен произнести одно заветное предложение. Я вам скажу, какое чуть позже. На старт! Внимание! Подождите! Это фальстарт, фальстарт! Я же не сказал марш! На старт! Внимание! Марш! Ага, Юлька первая! Вика последняя! Юлька, тебе один маршмеллоу. А мне все. А тебе все оставшиеся. Помнишь, раньше был такой челлендж «Пухлый кролик»? Да, помню. Давай, показывай. Они слишком огромные, как я их в рот засуну, ну, папа? Сколько, я не знаю, надо было торопиться. А все это... Ты проиграла, челлендж есть челлендж. А, все один? Давай, как хомяк, в сторонку. А это что ты отламываешь? Не слышу, не слышу. Все, нет, никак? Ребята, в общем, мы уже поехали в лимузине. Тут очень сильно трясет. Я еле стою. И я решила, конечно же, поиграть в самую подходящую игру. Это твистер. Мы сейчас будем играть в твистер в лимузине. Вот это поворот. Главное, чтобы резко водитель не остановился, да? Ага, так, папа, ты крути. А кто из вас первый? Камень, ножницы, бумага. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Ты первая, да, я Вика, кручу тебе. Угу. Рукой на зеркальце. Ладно, на край. Юля, тебе кручу. Желтая змейка. Все, кручу, Вик, тебе. Желтая змейка, нога тоже. Да? Юля, у тебя правая нога, змейка. Да? Да. Звездочка, правая нога. Красная звездочка. Только не это! Так, уже что-то интересное получается, да? Юля, ты у нас правая нога, зеленый круг. О, нет! Опять левая нога, желтая змейка. Скорее, я все смокла! А как мы узнаем, кто победил? Кто первым упадет? Правая нога! Правая нога, Юля, красная звездочка. О, тебе просто. Ну, по-моему, здесь победитель уже почти очевиден. Зеленая шайба, правая нога. О, молодец, Юля. Мы поворачиваем, только не поворот. Правая нога, снежинка. Подожди, я иду на помощь. Снежинка, правая нога. Правая. Все, я остаюсь. Моя нога. Все, ты проиграла. Все, простите, я не смогла. Ложись, отдохни, детка. Слушай, ты не знаешь, сколько мы уже стоим? Очень долго. Что-то как-то странно. Пойдем проверим. Согласна, да подожди. Товарищ водитель! Вы здесь? Товарищ водитель! Ты с той стороны, я с этой. Ничего не видно. Подожди, а там телефона нету? Для водителя? Кстати, есть телефон. Давай, да, позвоним. Товарищ водитель! Алло! Чего он не отвечает? Подожди! А это, мы же снимали челлендж 24 часа на кухне. Да. Мне нужно было добраться... А, нет, на диване! 24 часа на диване. Мне нужно было добраться до кухни, потому что я хотела кушать. Знаешь, как я поступила? Ты я раскидала подушки. Да, я раскидала подушки и по подушкам пошла. Ой-ой-ой, я чуть не коснулась. Так. А знаешь, как я сейчас сделаю? Как? У меня есть с собой скейт. И я вылезу и по скейту, держась за лимузин, прокачусь до водителя. О, я знала, тебя надо брать, родненький. Ну что, пожелаем мне удачи. Точно. Ладно, я пошла. Так, машин же нету здесь. Ой. Теперь нужно поставить скейт и встать на него. Я должна закрыть дверь. А, стой! Вот, держись за ручку. Молодец.
Может быть, я схожу, посмотрю, где водитель? Нет, я сама. А то это против правил. Я не могу оттолкнуться ногой. Или можно? Ну, давай уж можно. Но держись за машину. Ледяной, так, стоп! Ой, смотри, водитель спит, похоже. Я не вижу. Он в маске для сна. Товарищ водитель! Товарищ водитель, вы спите? Мам, я не пойду сегодня в школу. Товарищ совсем, водитель! Товарищ водитель! Вы должны выполнять свою работу. Просыпайтесь, пожалуйста. Поедемте уже куда-нибудь, а? Ну, тут долго стоим. Ой, давайте, поехали, что-то мне приснилось. Давайте. У вас крутая подушка, кстати. Да, это мой любимый медвежонок. Что там? Представляешь? Он спал! В маске для сна и с медвежонком! А знаешь, какая у него была маска для сна? Какая? Единорог? Ой, вообще круто! Какой смешной у нас водитель. Сейчас мы поедем уже. Смотри, как классно темнеет. Дерево, привет! О, привет! Там собака! Там собака! Там собака! Остановитесь! Что собака? Ну и что собака? Собака! Щеночек, ну это вот, наверное, у тетеньки. Нет, она же не рядом. Папа, нам нужно выйти отсюда. Давай. Юля! Это не ваша собачка? Привет. Ну кто-то... Твою возьмем. Как надо... возьмем? Надо найти хозяина, вы что? Слушай, она прям как будто это давно уже тут сидит. Юль, давай возьмем. А куда вы хотите ее взять? В лимузин. Она мокрая уже вся. Бедняжка. Надо найти хозяина. Как будем искать хозяина? Может... Я брала с собой листы бумаги. 10 штук. И я думала, мы будем рисовать во время движения. У кого лучший рисунок получится. Вот, и я взяла маркеры. Давай мы сделаем объявление. Хотела бы такую собачку домой? Да... Давай купим, а? Это вроде бы пудель какой-то, но он какой-то маленький. Юля, а ты хотела бы такую собачку? Да. Ты напуганный, да. Много часов спустя. Ребята, как думаете, что... Рассказывай, да, что у нас произошло, пока мы... Мы делали круг, а какой-то плохой человек, водитель, хотел подрезать нам. То есть мы, и вот он. И он вот так вот ехал. В общем, в нас врезался какой-то чужой водитель, и сейчас мы ждем ГАИ. А нам надо срочно наклеить объявление, а мы здесь стоим. Собачка, может, голодная? Голодная. Ну, накормите чем-нибудь, найдите какие-нибудь печеньки. А чипсы, можно чипсы, интересно, собачке? Нет. Наверное, нельзя, да. Даже печенье, наверное, нельзя собачкам. Даже, ну, может, большим, может быть, а вот маленьким, мне кажется, я не думаю. В общем, сидим, ждем ГАИ, сейчас здесь еще проторчим часа два. Но зато какой контент веселый! Но мы голодные. Гал, интересно, можно прямо сюда заказать еду? Нет. Пойду покажу, как машина врезалась. Давайте. Вот стоит, ждет. Вот я же говорю, виноват тот дяденька. Сейчас его оштрафуют, поедем дальше. Ой, какие глазки! Стоп, история повторяется. Ты про нашего лайка? Да. Ну, мы нашли и оставили себе, ну, а у этого точно есть хозяин. У него есть ошейник и есть... Да. Так, теперь нужно это вот так вот скотчем приделать. Оп. Тут у меня какие-то проблемки с объявлением. Пошли на остановку. Эта собачка у тебя погрызла? Да, скорее, очень холодно. Давай, наверное, по всей этой улице в одну сторону и в другую сторону, хорошо? Да, да, да. Давай прямо на остановку. Вот прям просерединки, да, чтобы было видно. Да, 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 я помогу. Вот так. Все. Ну что, поедем клеить по всей улице? Да, придется. Что ж, пойдем обратно. Девчата, раз вы нарушили все правила челленджа, да? Ну, ради собачки, я думаю, это простительно. Да. И, в общем, девчата вышли поснимать ТикТок, я так понял. Да. Я, значит, создала новый ТикТок аккаунт. У меня был старый, его удалили, я сделала новый. Надеюсь, его не удалят. Я выложила туда где-то 5-6 роликов. За ночь прибавилось 25 тысяч и галочка официально. 25 тысяч подписчиков и галочку Вики дали. Я сам в шоке. Так, папа, можешь поддержать, поснимать нас? Вставайте вон на фоне этого громадного комбайна. Бла.
вайп, 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 вайп. Ты знаешь такой тренд? Да. Так, давайте тренируйтесь. Типа, давай, раз, два, три. Что-то вы не синхронно пока, давайте еще раз. Вайп, 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 вайп. Слушай, давай еще раз переснимем. Давай. Камера была. Мне звонят. Кто-то. Ну. Алло. Успели звонят. Здравствуйте. Да, 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 она у нас. Хозяин собачки, что ли? Да, да, она... Вы точно хозяин? Просто у вас голос дрожит. Ну, а какого цвета собака? Она я просто вам не очень верю. Просто мог рандомный человек позвонить и взять собачку себе. Спроси, какого она роста? Какого она роста? Какая порода там? Да, да. Хорошо, я вам сейчас тогда скину геолокацию на этот номер. Вы приедете, хорошо? Мы вам отдадим эту собачку. Хорошо, до свидания. Вау. Тун-тун, тур-тун. Вот такие девчата молодцы. Собачка должна быть на готове. Она должна быть в хорошем состоянии. Немного позже. Девчата, похоже, хозяин приехал. Да? Ага. Ой, какая прелесть. Здрасте. 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 Ой, Доли. Ваша? Наша. Доли, это лялька. А девчата ее нашли, знаете, на остановке. Привязанную. На остановке. Ага. Привязанную. Да вы ее там оставили? Нет, не знаю. Я с ней гулял, но она куда-то потерялась, убежала. На остановке мы ее не оставляли. Странно. Видимо, кто-то, может быть, она напуганная. Ну, мы пытались ее накормить, но у нас ничего не было. Самое главное, что нашлась. Ну что, девчата, прощайтесь с Долли. Девочки, спасибо вам большое. Вы большие молодцы. Так, все. Все, Долли, да, иди. Давай, иди домой. Да, молодец. Пока, пока, Долли. Пока. Спасибо, девочки. Пока. Пока, Долли. Что, девчата, вы устали? Да. Или спать собрались? Тоже. Не верю, чтоб вы вдвоем еще спали. Сейчас устроите здесь ночную дискотеку, наверное. Нет, мы же уже в пижаму даже переоделись. А что вам мешает и в пижамах танцевать? Мы будем спать. Кстати, у нас, видите, масочки одинаковые почти. У нее кролик, а у меня демон. Вика, ну-ка скажи-ка что-нибудь неподписчикам. У тебя есть обращение идти к тем, кто не подписан на канал. Вы должны спуститься вниз под этот ролик. Видите, вот. Красная кнопка со словом «Подписаться». Вы должны нажать на эту кнопку, чтобы она стала серой. И будет надпись «Вы подписаны». Значит, вы идеальный человек, вы подписаны, и вы попали в семью вишенок. Вау! Она спать. Вика, ты подписана на канал? Да, ты сказал Вика. Я сказал Вика, не так. Юля, ты подписана на канал? Да? Ты лайки всегда ставишь? Да. Все, мы спать, давай, не мешай. Все, я типа ухожу, но я буду следить за вами. Ага, следи.